Мы всегда изощряемся в поисках подарков для наших любимых дам. И очень часто это бывают цветы. Поэтому я сейчас предлагаю вам рассмотреть вот такой вот гербариум с подсветкой. Здесь у нас живые цветы, которые засушили и поместили в такую вот стеклянную колбу. Большой плюс у этой колбы, что она с подсветкой. Мы можем включить с помощью пульта подсветку, и мы видим, что гербариум красиво и очень аккуратно подсвечивается. Подсветку мы можем менять с помощью также пульта. Как я вот его показываю, есть синий, зеленый, красный, желтый и даже голубой цвет. Также подсветку мы можем менять и увеличивать яркость. Поэтому такой подарок она будет использовать не просто как цветы в вазе, а еще и настольный светильник. Материал изготовления стеклянная колба размером 30 см и помещенные в нее живые цветы в засушенном виде.